Ну чё, теперь ты откроешь нам? Что? А, эту дверку? Я тоже хочу. Я тоже хочу знать, откроет ли она нам эту дверь. Нет. Открой дверь. Чё за неблагодарная? Да. Надо найти радио. О, радио здесь, прям в убежище. Не к добру, значит, что-то надо будет найти его, потом куда-то опять перевести. Да не, это продолжение того, твоей миссии. Народ, у меня синий дробаш 62 на 13. Ну, он, наверное, у всех есть, кто этот квест сейчас взял. Да, у меня тоже 65 на 11. Найти воркуда. Найти радио. Тут, блин, уже много чего надо найти. Нашел радио. Блин, у кого этот пищит? Пики какие-то. Все их слышат вообще? Нет. Да? Угу. Я пойду за Эриди куплю. Кто орёт тут всё? Радио? Я нашел радио. Теперь оно поет. А, да, я слышу радио это. Убить радио. Убить радио? Блин. Но оно кричит просто дай. То есть умри. Ну и чё, я оставил чаевые, чё ты мне делаешь? Ничего. Да блин, чё-то у меня вообще распикалась херня эта, я не знаю чё. Я к Моксе загляну. Чё ты? Я чаевые оставил, чё дальше-то? Идиот, ничего не будет. А кто был сервером? Ты. Бля. Видишь, я джентльмен, уйди отсюда. Ты в шляпе? А ты не видишь, что ли? Здорово, Макси. Давно не виделись. Окей, Бьянка. Она костюм поменяла, смотрю, была в прошлой части в красном. А ты лесбиянка. Иди нафиг. Я ценю фигуру. Как тетки ты стоишь, фу. Ну я карликам не даю. Я тебя и не прошу. Мне азиатки не нравятся. Я не азиатка. Дай иди нафиг. Чё? Я в глаза грызу, дай посмотри. Иди нафиг. А, всё, значит, китаец. Дейзи, это что за... Чуть похожий на мужчину. Разбудить шпиона Роланда. Не, это вроде... Направиться в Тундру Экспресс. А чем мы вообще делаем? Мы вроде собирались себе дополнительный квест сделать. Ну да. Успеть. Но это успеть к поезду сделаны. И есть дополнительный... А раз они сделаны? А у них уровень восьмой, мы за них опыта уже нифига не получим. О, я Эриди выиграл. Супер превращение. Вот я восемь в игровых автоматах. Где? Ну игровые автоматы где? Там, у тебя что выпало, 3 семерки? Нет, Эриди. Нет, ну... Какой этот у тебя выпало? 3 семерки? О, оружие выпало. Слушай, все, я теперь буду в игровых автоматах сидеть. Сейчас просрет все деньги и успокоится. Что я получил? Блин! Мне граната выпала. Идиот. Сам идиот, задолбал. Сейчас проверим, сколько. Деньги просри. Ни хрена себе. 235. Пушку дали. О, какая... Кто-то пушку его забрал. Это мое было. Это я потратил 230, было. А она 100 всего стоит. Где? 86 баксов. Сет, иди у этого воруй, у Паши. Я ничего не ворую, я не беру ничего, я просто прыгаю у тебя на голове. Да где тебя нервирует, я проигрываю. Вот. Это на чего улучшение? На кого было? На тебя? Я не знаю. Я все беру, чтобы никому не досталось. Если там на ассасина что-нибудь выпадет, ты это... А говно никто не выпал. Сейчас я дам тебе, сам поиграешь здесь. Посмотрите, сколько вы бабла уже потратили. Больше всего мне нравится то, что когда ты деньги зарабатываешь, они всем расширяются. Фу.
Ладно, попрыгаю на тёлке. Она высокая, на ней интересно, на ней не так высоко подпрыгиваешь. Отвали отсюда. Дайте мне тёлку, хочу. Ножки, ножки, ножки давай. Посмотри. Слезь, блядь, с меня, харе прыгать. Ну, блядь, давайте кто-нибудь другой теперь. Мне надоело бабло просаживать, я уже 1200 посадил. Так, ну, давай, мой рекорд 6 я сделал на тёлке. На тебе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Блин. О, 3 головы. 8. Я чё? 3 головы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну что там? Мужики, я дал тебе денег. Не, это зависимость, теперь он не отойдет от автомата. Не нафиг денег, продам оружие свое. Давай, дальше. Как это ничего? Два совпадения, почему ничего? А, нет, оружие. Серый, взял. Че? Три головы. Или сколько? Две головы. Да, да, три головы. О, три вишенки. О, смотри, какая пушка. Че, блин, это авто... Классно, пушку дали. У меня нет такой снайперки. Вот да, это да, тут можно просадить все бабло. О, ассасин облик, сирена облик. Я, короче, облик выиграл и их продал. Спасибо, блин, облик 162. Это самое прикольное. Прикиньте. Да, облик, я да, уже облик, четвертый автомат выигрываю. Или третий. Лучки, облик, берите. Я третий. Паша, блин, я Паша, уже столько... Паша серый, Паша серый. Ты чего? Чё? Сейчас, сейчас, сейчас. Еще тысячонку буквально 70, спущу. 73 на 13, давай еще 1000 просрём. О, три вишни. Дробовик. Да ну, это того не стоит. Это надо было в начале игры играть. Деньги. Чё? Где, где облик? У меня. Давай. О, деньги. А я за это на тебе не буду прыгать. Синий пистолетик. Я уже 2000 просрал здесь. Я больше, я 3600 просрал. Вот, короче, облик. Смотрите, кому. Так, просираем еще. Сирена мне не нужна. Паша, Томас, а тебе давал. Че? Да я один раз сыграл. Тебе был облик. У меня уже есть. Пойду такой. Посмотрю. О, три вишенки. Ладно, вы скажите, как освободитесь, я пока это... У меня дробаш есть, 73. Побегаю, квесты повыполняю. Калаш дали. Вы играете, играете. Я пойду. Так, облик новый. Три вишенки. У, какое снайпер-видовка. Блин, вы с тобой сейчас все деньги просрял. Ты Диор. У меня, короче, от Диор новая шмотка. Не, я в свои кислотные буду ходить. Это как логика, да? 73 на 15, Габаш. О, себе. Ничего себе, мне тут выпадает. Что тебе там выпало? 73 на 15, Габаш. Блин, я уже 4 просрал. Ай, граната. Так, что теперь СМГшка? Пойду еще раз продам. Самое, одолжите денег. Все, я последний раз играю. Все так говорят. Не, все, у меня в раз денег больше нет. А я все продаю, что мне тут даю. Че, ты все 8000 просрал? Да. Че, винтовка нужна кому-то? 130. Не, я с винтовкой не дружу. Ну, задаю, продаю. Модификатор, гранат. А если тебе быстрее с этой бегу? Да, есть такое, несправедливость. Все, блин, вот. Так, говно. У меня 5500, я ухожу. Все, пошли квест проходить. Выходи, а то сейчас он просрет все. Ладно. О, да, облик. Аня, стой, не выходи, не выходи. Мне два облика дали, я хочу их проверить. Давай. Блин, граната. На рекорд иду. Эх, во, черт. У меня новый. Вот смотри, у меня новый. Я такой же выиграл. Паша, у меня такой же есть. Цвет. На... Да, у тебя перекрашен цвет. Ага. Облик. Круто. Пойду посмотрю. У меня осталось 229 долларов.
Я не умру. Пошли, короче, уходим. Надо бы снайперовку уже новую найти, что-то я давно с этой хожу. Я дробовщик 73 плюс 15, умножь на 15 выбил, прикол. Чё, я теперь русский. А у меня дробаш вообще четкий. Смотри. Он вот этот со щитом с 5 раз выносит. Я офицер. О, вот мне бы такую снайперовку, как сейчас у меня на экране. Народ, мы про... А я какая такая камуфляжная, белая, синяя. Я 8000 просрал. Я очень азартный человек. О, смотри, какой там обезьян. Погодите, погодите, я не видел никого. У меня еще загрузка, не убивайте его. Все, с одного выстрела в жбан его. Да серый. Ты ж попросил. Кто ко мне? Нифига себе, 1000 с чем-то там. Чего? А я не могу разместить тачку. С чем-то урон. Да садись к нам уже. Ой, что, один что ли? Ну так не интересно. 1000 это у тебя крит с чего? Крит с винтовки. Снайперской? Да, да. Блин. Садись, серый. Это где ты такую винтовку взял? Ну выиграл я в этой херне. Вот она у меня сейчас в руках. А у тебя сколько у нее скорострельность? А, это такая же почти, как у меня на экране. Да, блядь. Дай я значит, поведу, блин. Скорострельность 4.8. На С нажми, сет. Зарядка 4.2. Так ты разве со мной? На С нажми, говорю. Не работает на С. Нажми. Ладно, я умею водить. Но я не туда, наверное, еду, да? Да. А, нет, да тут туда. Все правильно. Я прикольно выгляжу сейчас. Я заеду туда на машине. Да не заедешь, тут невидимая стена. Короче, пошли. Тундра Экспресс. Офигенно. Чё мы? Найти Воркута, короче. Нафига мы в Воркуту пошли, может, ещё ничего не сделали. Там дополнительный квест. Это и есть дополнительный квест. Это не этот. Это не сюжет. Не сюжетный. Ты мог увидеть, что он с Роланда ещё там такое. Чего? У меня что-то голос заедает ваш. Прорывист. У меня нормально. Блин, ты ничего не делал. Не, в первой части было интереснее. Там на тачке можно было больше проехать. Да и тут насрать на тачку. Быть. Ездить на тачке, это не круто. Нет, там карты просто огромные были. И ты тупо просто переезжал от одной карты к другой на тачке. Ты же сам сказал только что, что это тупо. Что тупо? Ну ты сказал, тупо переезжал. Ну тупо переезжал просто от одной к другой. Просто но там долго тупо ехать. Зачем тупо куда-то переезжать? Наблюдать за трансформацией какой-то. Что за трансформация? А, сейчас робот, наверное, синий будет огромный. Так, окей, мы понаблюдали за трансформацией, хотя я этого не заметил. Я тоже ничего не заметил, ничего. Чего трансформация вопрос? Так, вы а вот, впрыснуть пацаны, сыворотку справа. В стручок. О, точняк, справа смотри. Справа там это электричка. Да-да-да, опять тихо. Сзади нас куча врагов. Я знаю. Так, а это пауки или комары. Но это все меркнет над тем, что Макс нашел. Че Макс нашел? Опять каушен. Нашел электрическую стенку. Зачет. Что ты делаешь? Так, я пошли искать. Здесь перейти. Выход будет, по-любому. Что такое-то пузырь? Это комары какие-то. Не, надо впрыснуть что-то в этот стручок, не убивайте. А, нет. Впрыснуть сыворотку в стручок. А, о, наверху. Вон идет большой комар. Это, походу, их пахан. Безбашенный водитель. Бесстрашная вагина? Вагина, блин. Похож на вагину. У меня 1500 урон. Блин, почему у меня низкий урон такой? Куда ему стрелять, чтобы крит был? А, в жопу, понятно. Ириди. Ну, чё это я забрал?
Пока автомат какой. 42. Ура. А, нет, там не надо. Там наверху должно быть, я пойду наверх поднимусь. А, да-да-да, наверху, на башне. Так, мы пойдем, ладно. Мы пойдем, берем с Пашей, и потом пока следующий. Да-да-да. Один сиреневый какой-то, другой зеленый. Одна белый Влад, а я один черный Влад. А как подняться-то наверх? А башня, да. Вот он проход. Пошли. Комар. Я почему-то рака слышал. А тут здоровая бомба. Я видел. Закрыто. Надо что-то сделать. По миссии. Впрыснуть.